Всем привет! Сегодня готовим тесто на лагман, а для этого сначала в теплую воду добавляем соль и хорошо перемешиваем. Далее в просеянную муку взбиваем одно яйцо, наливаем подсоленную воду и замешиваем тугое тесто. Накрываем пленкой и убираем на 1 час. Отдохнувшее тесто тщательно разминаем и разрезаем, как показано на видео. Затем, катая тесто между ладонями, скатываем его в длинный жгут. Выкладываем его в удобную емкость, смазанную растительным маслом. Затем вытягиваем каждое тесто до тех пор, пока оно не станет тонким. Далее вытянутую лапшу отвариваем в большом количестве кипящей подсоленной воды. В итоге получается вот такое тесто. Всем приятного аппетита!